скажіть, просто, от на ваш взгляд, этот матч виносить для команди точно просто, или все-таки були якісь нюанси, якісь сложності? Ну, нюанси сложності, звісно, були. Ми давно не грали на паркеті, от, треба було приспособитися к новому залу, плюс ще не знали команду. Тобто особо темпу ми зараз не набрали, так легонечко пройшлись по сопернику. Звісно, для них, може, це буде обідно сказано. Спасибо за боротьбу і удачі їм далі. Чего все легонечко, да столько счет? Ну, счет счетом, просто у нас получалась игра, у них не совсем, вот и все. От этого и счет. Я не скажу, что мы их там особо обыграли, просто так вот получилась эта игра. А что еще можно сказать по поводу этого матча? Какие положительные стороны вы можете выделить в своей игре, игре своей команды? Ну, первая положительная сторона для нашей команды, то, что зал позволяет играть по размерам, можно, так скажем, делать забегание, больше пространства и маневров можно совершить на этой поляне. Вот. Так по нашей игре, ну только вкатываемся, посмотрим, что будет дальше. Спасибо большое.